Привет, сегодня 9 мая, и я хочу немножко сказать, что для меня 9 мая, и, может быть, для кого-то, но то же самое. 9 мая для меня день тишины, день молчания, минуты молчания мало, потому что если представить то количество людей, которые погибло в этом аду, 100 миллионов, если посчитать всех, кто был задействован в этой войне, которая началась там, в 1938-1939 годах и длилась очень долго. И это день, когда надо заткнуться наконец. Не гласить песни, не пукать вверх народными деньгами, не бряцать оружием. А подумать о том, что это... Что это действительно была страшная война, которая... И отнестись к этому как к уроку, к которому не относимся как к уроку. Мы продолжаем бряцать оружием, мы продолжаем убивать себе подобных тысячами. Грош цена такой победе, причем победа это всегда слезы. Война это грязь, война это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики. Я там не был, я не знаю, что это такое, но я уверен, что это так. Победа – это слезы. И на войне нет победителя. Нельзя победить на войне. Потому что на войне погибают люди. А люди – это вселенные. В одну секунду разбиваются вселенные. Миллионы вселенных разбиваются. А мы говорим, а эти, которые ездят с надписями, хотим, можем повторить. Что ты можешь повторить? Ты дегенерат, ты ничего не можешь повторить. Что ты хочешь повторить? Убитых в концлагерях ты хочешь повторить? Замученных там в газовых камерах. Миллионы вот этих смертей, детей, женщин, стариков. Это ты хочешь повторить? Разрушенные города, села. Это день тишины. Это день памяти. Это день скорби. Чтобы задуматься и не делать так будешь.